Опять пойдет Дженнис. И сегодня я буду призывать и бету 125. Хотя я ее уже какой раз призываю. Уже большой раз. Ну, раз я призываю, и она нафиг не страшная. Только когда я сказала, кто она в реале, она сказала, что мне делала, вот тогда у меня уже стало страшно. Нет, ну а так я и не боюсь. Я буду ее призывать. Алло, Марой. Хотя нет, я хочу переодеться, как она, хотя я так, как она переодетая. Нет. Ну и сначала я захожу в Милан. Надо увидеть лес. Ну я сейчас как-то не знаю, как ее называть. Не знаю, кто она. Походу, сюда, походу. Где он, Россия, Восток? Где он, Сибирь? И два игрока. И еще остается игра. Теперь мне надо поменять. Короче, самое главное, надо поменять ник Пэта. Это самое главное. Его зовут Оливери, это девочка Оливери. Да. Ну и Бэта 125. Да. Это самое главное наше средство. Осталось только ждать. Она иногда то долго-долго, то прям, как, прям сразу присоединяется, как только ты её забираешь. Я надеюсь, у меня не отключится камера, как в прошлый раз. Для этого я дурочка, иди вон! Ладно. Иди. Наконец-то! Я уже знаю, никогда не уйдет. Как раз квест присоединяю. Я еще не буду любить троллить. Я хочу любить затроллить. Я в первый раз сейчас буду троллить. Я не очень разбираюсь, как это троллить. А
Я всегда потею, когда это... Криповое. Да ладно, только компьютер. Да, вроде все правильно назвала поэта. На России Восток играли. Это не приводи приз. Какая лиса, что ли? Ха-ха-ха. Ну пусть мой улыбается. Я потом найду паука какого-то. Это не волк. Там тоже нет. Тоже нет. Где же ты, Бэтмен? Тебя. О, теперь имеет уровень 22.